На базе спорткомплекса «Флагман» прошел третий этап Кубка спортивной школы «Спартак» по бегу, посвященный Всероссийскому дню здоровья. В сегодняшних соревнованиях у нас принимают, как обычно, три возрастных группы. Это самые юные 2007 и моложе, которые бегут 400 метров. Средняя группа 2005-2006, они бегут 800 метров. И старшая возрастная группа 2003-2004. Они бегут 1000 метров. Ребята спортивной школы «Спартак». Это чисто легкоатлеты, которые занимаются у тренеров спортивной школы «Спартак». Это у Федотова Илья Андреевича, у Варенцовой Маргариты Николаевны, у меня, у Буликова Дениса Владимировича. И у нас тут есть, конечно, дети, некоторые дети есть еще одного тренера, Воробьева Екатерина Вячеславовна. Она сейчас находится в декрете. Они просто пока переданы в руки Федотова Лео Андреевича. По итогам соревнований на дистанции 400 метров в возрастной группе 2007 года рождения и моложе первое место среди девочек завоевала Арина Спицына. Второй к финишу пришла Вероника Герасимова и третье место у Виктории Кулешовой. Среди мальчиков этой возрастной группы первым был Иван Коленцов. Второе место занял Владимир Басистый, третье – Тимофей Хазов. На дистанции 800 метров в возрастной группе 2005-2006 годов рождения возглавила тройку лидеров Марина Кулешова. Второй была Екатерина Шубина и третье место у Дарьи Сухаревой. Среди юношей первым в своей возрастной группе стал Эдуард Комаров. Вторым пришел Евгений Морозов и замыкает тройку лидеров Иван Соловьев. На дистанции 1000 метров в возрастной группе 2003-2004 годов рождения среди юношей первое место завоевал Артем Мазурук, второе – Никита Веселов и третье место у Степана Коновалова. Среди девушек этой же возрастной группы первой была Анастасия Филиппова, вторая – Арина Ударова и замыкая тройку лидеров – Карина Лебедева. С каждым этапом увеличивается количество участников. Сегодня около уже 75-80 участников. Ребята настроены, готовы к летнему сезону, рвутся в бой. Четвертый заключительный этап спортивного кубка по бегу состоится уже в середине мая.